Как бы с вами постараемся закруглиться с гражданской войной. Ну, свободные люди в свободной стране, поэтому можем, как я уже говорил, неоднократно двигаться по хронологии в любую из сторон, бок, вперед и так далее. Был российский еврей в эпоху революции гражданской войны. Вот был такой довольно любопытный вопрос сразу задан о том, а вот большинство евреев, кого они поддерживали, как они там, или даже там была такая, в таком наклонении было сказано, что вот они поддерживали красных, потому что и так далее. Большинство евреев никого не поддерживало, подавляющее большинство населения России. Большинство евреев стремилось, чтобы хотело, чтобы их не трогали. И вообще надо понимать, что когда речь идет о гражданской войне, это не означает, что вся страна там воюет друг с другом. Подавляющее большинство вот, живет, стремится жить как раньше и стремится не участвовать, не быть вовлеченным и так далее. Ну, это, по крайней мере, безопасно. Народ, который призывает в армию, что те, что другие, из армии разбегается. Например, за годы гражданской войны в Красную армию было призвано около 5 миллионов человек. И 4 миллиона из них дезертировали. Так, чтобы представили себе масштаб. И это не означает, что это происходило вот, одномоментно. Да? И армия в разное время насчитывала разное количество военнослужащих. И вот этот процесс дезертирства, он, соответственно, был разным в разное время. И евреи среди дезертиров были такими же, как и все. Да? Вот. Так что ответ на этот вопрос, какова была позиция? Позиция такая же, как у большинства населения России, чтобы не трогали. Это один аспект. Призвали в белую армию, скажем, в белые армии. Вот вопрос. Ну, не забегайте вперед. Хорошо, значит, это вот такая общая картина. Значит, второй момент, это, ну, кстати, если вы мою книжку прочли, судя по тому, что то там вообще все это подробно описано, да? Как призывали, да? Но вы хотите услышать из первых уст, да? Там письменные тексты, устные, да, ну, действительно, не всегда сходятся, совпадают один с другим, в данном случае расхождения не будет. Так, никаких новостей с тех пор с исторического фронта не поступало. В армии белых действительно евреев не призывали, а офицеров евреев, те, которые успели получить офицерские чины при временном правительстве, и некоторые из которых поддерживали белых или явились по мобилизации, их под разными предлогами списывали из армии. Установка Деникина была негласная такая, что евреев в армию не брали. Но это было несколько позднее. Как мы можем измерить, скажем так, политические симпатии российского еврейства, если посмотреть на результаты выборов? Надо сказать, что 17-го, начало 18-го года – это непрерывные выборы вообще в России в целом и в то, что касается евреев в особенности. Потому что выбирали в местные органы власти, например, советы создавались стихийно, выбирали какие-то местные муниципалитеты, так, выбирали в учредительное собрание, были всероссийские выборы. Что касается евреев, прошли выборы в советы еврейских общин, так, и так далее. То есть шла непрерывная такая череда выборов, своеобразных таких референдумов, кто вот там за кого и так далее. Кто победил с оглушительным успехом на всех выборах, которые проводились? Сионисты. Почему? Ну, я думаю, не надо объяснять, что каждый день евреи религиозные или полурелигиозные, или там формально религиозные, они какую фразу произносили? В следующем году в Иерусалиме. Что происходит в ноябре 17 года? Важнейшее событие в еврейской жизни.
По новому стилю. Значит, да? Декларация Бальфура? Да, совершенно верно. Некоторые считают, что Октябрьская революция, которая, да, по новому стилю, нет, декларация Бальфура. Декларация Бальфура, напомню, что это такое, что это было письмо лорда Бальфура, министра иностранных дел Великобритании, на имя Ротшильда, который считался как бы представителем еврейства. Так, и в этом письме говорилось о том, что в Палестине предполагается создать еврейский национальный очаг. Формула высшей степени неопределенная. Что такое еврейский национальный очаг? Как это понимать, да? Но все восприняли это однозначно, евреи, что это будет еврейское государство. И надо сказать, что вообще, как себя евреям вести во время войны? В принципе, евреи живут в разных странах, да? Евреи вследствие эмансипации являются военнообязанными. И вот как быть евреем там, немецким и французским? Да? Как быть евреем там, русским и австрийским? Ведь возникает такая ситуация, когда евреи обязаны убивать друг друга. Что они, собственно, и делали. Так, и принцип был единственно, так сказать, возможный. Ну, евреи, они лояльные граждане той страны, в которой они, собственно, живут, и там, подданные и так далее, вот они, значит, там воюют. Воюют в армиях своих стран. А как вот быть этой самой Всемирной сионистской организацией? Лидером которой был небезызвестный Хаим Вайцман. Небезызвестный тогда, прежде всего, потому, не потому, что он первый президент Израиля, это даже себе представить себе никто не может, что это такое будет, а потому, что Хаим Вайцман был, он кстати, из России, из Российской империи происходил, он был известным химиком, и он там изобрел бездымный порох и всякое такое прочее, и внес существенный вклад вообще в укрепление боевой мощи британской армии. И Вайсман пользовался некоторым влиянием в Британии, не только потому, что он был одним из лидеров сионистов, а потому, что это был довольно известный ученый, работал, если не память, я боюсь соврать, по-моему, в Манчестерском университете, и вот его изобретения были весьма существенны для военного дела. Ну, что такое бездымный порох, понимаете, да? Когда вот раньше стреляет батарея артиллерийская, совершенно понятно откуда, потому что там, да, видно. А когда порох бездымный, вот откуда-то оттуда стреляют, откуда точно, непонятно. Это важнейший вообще фактор при боевых действиях. Короче говоря, Вайсман ориентировался на то, что делать надо ставку на Британию, вообще на союзников, на Антанту. Потому что, вот, ну, во-первых, это демократия, как бы, и там же как квалифицировалось многими социалистами, левыми, евреями, что Германия – это империализм, Германия несет всяческие там бедствия в Европе, и надо сражаться вот на стороне демократических сил. Правда, Российская империя не слишком вписывалась в эту самую коалицию демократических держав, но это уже другой вопрос. И одна из идей, совершенно верных, была в том, я имею в виду лидеров сионистской организации, что Османская империя прекратит свое существование, а Палестина входила в состав, как вы понимаете, Османской империи. И, собственно говоря, что там будет с евреями, там уже живущими, вот Эрес-Исраэль, да, ведь там эмиграция алия евреев, да, Палестину она уже насчитывала все-таки уже к тому времени как минимум лет 35, да, и там образовалось некоторое количество евреев там живущих. И вот теперь судьбу Палестины, скорее всего, будет определять Британия, ну и вообще союзники, что оказалось действительно так. И сионисты делали ставку на Британию. У британцев, так же как и у многих других, были очень преувеличенные представления о силе и влиянии еврейства.
почему-то все считали, что евреи это вообще такая мировая сила, которая там движет огромными капиталами, которая там, значит, оказывает колоссальное влияние на политику тех или иных там государств, правительств и прочее, и с евреями надо дружить. И когда вообще вот так вот тяжело, поддержка со стороны евреев, она совсем не помешает. И вот исходя из этой совершенно фантастической идеи, фантастических представлений, Бальфур решил, что нужно евреями, с евреями как-то подружиться еще сильнее. И вот пообещал еврейству в лице лорда Ротшильда, пообещал еврейский национальный очаг. В России это приняли как документ прямого действия. И многие вопросили, что вот все, завтра вот мы всем миром, значит, двинемся в Палестину. Это главное, что привело к такому успеху сионистов. Невозможно себе представить такой оглушительный успех сионистов, это моя версия, без учета декларации Бальфур. Но, как мы видим в дальнейшем, влияние сионистов оказывается практически ничтожным в ходе вот этой самой гражданской войны в России. Потому что сионисты не были боком. Сионисты пытались быть нейтральными. Более того, они пытались там какое-то время дружить с противниками большевиков. Потому что, понятно почему, потому что большевики подписали мир с немцами, а немцы это союзники Турции, и вопрос о Палестине приобретает совершенно другой оттенок. А белые, ведь они, почему один из мотивов борьбы с большевиками? Это немецкие агенты. Это просто немецкие агенты, захватившие власть. И они на самом деле так думали. По крайней мере, до выхода Германии из войны. Германия кончилась, а большевики нет. И объяснить это просто, значит, тем, что это немецкие агенты, уже не получилось. Так? И тогда вот этот момент, да, значит, и когда достаточно отчетливо проявляется, что антибольшевистские силы, практически все, в качестве такого орудия мобилизации масс и средства пропаганды используют антисемитизм, и что как-то сложно с ними дружить, и когда практически все антибольшевистские силы начали устраивать еврейские погромы, невиданные до той поры в истории, а Красная Армия тоже устраивала какие-то погромы, но об этом я еще скажу, но это всегда имело определенные последствия для погромщиков. А именно, достаточно суровые наказания, вплоть до массовых расстрелов. Чего никогда не было сделано со стороны белых или там петлюровцев, лидеры которых формально выступали против погромов. Петлюров иногда расстреливал. СНСФ был расстрелян за московский погром. Часть была расформирована. Мне это неизвестно, честно говоря, включая расстрел Семисенко. Не слышал об этом никогда. Если у вас есть данные, буду признателен. Насколько мне известно, Семисенко помер, и вовсе не от пули, а от сифилиса. Вот. Или там его там какие-то последствия, есть фотография Семисенко там, в госпитале и так далее. Вот. Я просто не знаю, может быть, какие-то обнаружены документы на этот предмет. Мне неизвестно, что атаман Семисенко, организатор одного из самых кровавых, если не самого кровавого еврейского погрома по гражданской войне, что он как-то был за это наказан. Любым способом, не только там, смертной казнью. И на практике, кто имел какое-то влияние в той обстановке, которая сложилась по гражданской войне, это были партии социалистические. Партии социалистические, я говорю, еврейские партии в данном случае, это, прежде всего, Бунт, Палий Цион, потом эти самые объединенные социалисты, спасибо, да. Я пытаюсь, у меня просто
вылетело из головы название на идише объединенных. Фаренихте, да? Фаренихте, да? Вот. Они тоже, это влияние было очень ограничено. Но во всяком случае, это были те партии, те деятели, которые каким-то образом были прикосновенны к реальной власти. Особенно по лицу. Ведь кто, так скажем, на этом самом съезде Советов голосовал за советскую власть? Кто эту власть? Какой был блок? Большевики ведь не одни пришли к власти. Они были в блоке с какими партиями? Левыми эсерами еще. Анархистами. Частью меньшинков. И Палеоцион, который тоже это самое. И Палеоцион туда же, да? Рабочие Сиона, которые тоже, в общем, поддерживали большевиков. Палеоцион была чуть ли не единственной, чуть ли не последней партией, которая легально действовала в Советской России, потом в СССР. И, по-моему, Палеоцион распустили, или она сама распустилась, в 1927 или 1928 год. Конечно, это было виртуальное существование, но, тем не менее, это вот имело место, что называется. Это такая довольно удивительная история. Реально однопартийное государство в Советской России возникло в июле 18 года. Разгром мятежа левых эсеров и переход к однопартийной диктатуре. Что именно потом в 1923 году, по-моему, создал из левых эсеров в 1922 или 1923 какое-то легально левоэсеровское объединение. Где? В Советской России. Я думаю, что Тенбергу было сложно это сделать, поскольку, во-первых, он жил в Берлине, который не входил тогда в состав Российской Федерации. Это во-первых. Во-вторых, никогда никакие легальные эсеровские, левоэсеровские те самые организации, насколько мне известно, во всяком случае, не существовали после вот их вооруженного выступления против советской власти. Меньшевики, они, ну, там была, понимаете, степень лояльности большевиков к собратьям по социализму была прямо пропорциональной успехам белых. Чем кислее приходилось большевикам на фронтах, тем теплее они относились к эсерам, меньшевикам, к еврейским социалистам разного толка, поскольку это были союзники в борьбе против белых. Что их всех объединяло? Они были бесспорными противниками белых, которых считали монархистами, реставраторами и так далее. Что, кстати говоря, было неверно, или не совсем верно. Никогда никакие белые не провозглашали лозунг восстановления монархии. Поскольку это было абсолютно бесперспективно. Кстати, меня вот последние дни, включая наше пребывание здесь, даже день недели, замучили разными звонками из разных средств массовой информации по вопросу о чем? О возвращении Романовых в Россию. Фантастическая история, которая, правда, больше касается нашего времени, чем судьбы династии. Какой-то веселый парень, депутат Ленинградской областной думы. У нас город Санкт-Петербург, но Ленинградская область. Мы вообще с вами, ну, я имею в виду граждан России, которые здесь у нас сегодня, у нас совершенно такое гибридное какое-то государство, гибридное устройство. Санкт-Петербург и Ленинградская область – это близко совершенно. Так же Екатеринбург, но Свердловская область. И много чего другого. Также бесчисленные улицы, площади и так далее Дзержинского, их на сегодняшний момент насчитывается 1342, если не помню, не изменяю. Так, при осуждении красного террора и так далее и тому подобное. Это вообще совершенно, конечно, фантастика. И многое другое. Так вот, из этой же оперы депутат Ленинградской областной думы выдвинул предложение пригласить, значит, вот Романовых вернуться в Россию, но с тем, чтобы как-то они приняли участие в улучшении жизни российского народа и вообще как-то способствовали. И надо им резиденцию предоставить и прочее, и прочее. Но идея совершенно не новая, она время от времени там возникала, приезжали там какие-то ребята,
я наследник, и даже одного там парня пытались определить суворовское училище, наследника как бы. Но тут, конечно, в ужасе сбежал оттуда через день, вот, и так далее. И вот эта тема возникла вдруг. Значит, и вот, я не знаю, то ли лето, новостей нет, то ли еще чего-то, все средства массовой информации пришли в страшное возбуждение. И давайте же обсуждать этот вопрос. И мне позвонили, говорят, это «Известия», хотя это сейчас такой желтый листок совершенно, когда-то считалась наша самая респектабельная газета, к сожалению, это давно уже не так, но спросили, что я там на эту тему думаю. Я сказал, что на эту тему я думаю, что, так сказать, ну, я довольно резко говорил с корреспондентом, но там прошло только несколько фраз в печать. Смысл мой был то, что надо депутата подвергнуть свидетельствованию медицинскому, так и вообще, прежде чем людей куда-то избирать, надо вообще как-то там разбираться с психическим здоровьем. Вот, и что никаких перспектив возвращения Романовых нету, и все это анекдоты. Единственный мотив этого выступления – как-то попасть на страницы прессы. И так никто не знал, что есть такой Петров. А теперь, значит, мне задают, а что вы думаете о предложении Петрова? Или, а кто такой Петров? А вот Петров, который же Романов предлагает вернуть. Ну вот, и вы не представляете вообще, сколько это продолжается обсуждение. И даже мне пришлось давать интервью датской газете. Народ Дании волновался. А почему народ Дании, как вы думаете? Ну там родственник, вот матушка последнего, так сказать, Николаевки, она была, кажется, датчанкой. Мария Федоровна, совершенно верно. Да. Мария Федоровна, которая, кстати говоря, она вернулась в Данию, и она там, в общем-то, ее, естественно, там приняли. И она там умерла в 28-м году скончалась. Вот, так что такая была история. И там, сейчас, по-моему, перезахоронили прах, а так, там была могила, и там какие-то там ворота такие с вензелями. Я один раз был в Копенгагене полдня, и вот там как бы, в числе прочего, побывал в этих, так сказать, императорских местах. Но народ Дании теперь спокоен. Вот. Вот такая, значит, история. Так вот, возвращаясь к 2018 году, какое, как бы, воздействие оказало убийство царской семьи на настроение основной массы населения России? Радость. Я бы так не сказал. Я бы сказал так, никакого. Вот не было там ни скорби всенародной, ни радости всенародной. Ну, убили и убили. Надо как-то вот так это произошло. Это было, ну, бесспорно, это было совершенно чудовищное преступление, когда взяли просто и без всякого суда, следствия и так далее и тому подобное, взяли и просто перестреляли всех Романовых, как вы знаете, включая детей, ну не всех Романовых, а семью императора Николая II, и слугу, и повара, и там ту самую служанку и так далее, всех, да. Вот, и более того, потом убийцы, так сказать, спорили, кто же на самом деле застрелил императора, кто там наследника, Яков Юровский, командовавший этой расстрельной командой, говорил, что это он, вот, а Григорий Никулин, один из участников, убийцы, что нет, это я застрелил императора, там была целая, так сказать, дискуссия. В музее революции хранился револьвер Юровского, из которого вот якобы застрелил императора, там были такие вот всякие пикантные, в кавычках, так сказать, дела. Вот, так что как раз белые не были реставраторами, они понимали, что лозунг восстановления монархии способен только их массы оттолкнуть. Да? И хотя многие по убеждениям были монархистами, ну, скажем, генерал Врангель, но даже Врангель этот лозунг никогда не выдвигал официально. А тем не менее, вот белые, да, они ассоциировались с реакцией, монархизмом, реставраторством, так и вообще надо сказать, что белые не смогли сформулировать внятной программы
собственно, за что они воюют. Это была одна из главных проблем, на самом деле, белого движения. А одна из главных проблем гражданская война, то есть особая война, да? Там ведь идеология, пропаганда играет иногда не меньше, а то и большую роль, чем, собственно говоря, количество штыков. Либо эти штыки могут легко повернуться в другую сторону. Кстати, поначалу, на ранних этапах гражданской войны, там пленных не брали. Их просто убивали, расстреливали. Что те, что другие. Расстреливали, рубили, там, закалывали, закапывали землю, там, что-то только не было. А потом, что делали? После некоторой, так сказать, чистки, например, у белых пленных расстреливали там, офицеров, например, у красных пленных, там, комиссаров, командиров, а рядовых мобилизовывали, соответственно, в белую и в красную армию. И некоторые так по несколько раз перебывали. Народ был в дефиците, да, значит, как я вам уже говорил, что в армию особенно никто не стремился, разбегались там тысячами, и, значит, люди вот так вот мобилизовывались. Вот история Григория Мелехова, шолоховского, да, персонажа. «Тихий дон» читали? Ну, кто бы не написал, это бесспорно лучшая книга, наверное, о гражданской войне. Вот он то там, то сям, да? Это не необычная судьба, это стандартная судьба эпохи гражданской войны. Я вам хочу сказать даже более. Некоторые впоследствии прославленные советские военачальники эпохи Великой Отечественной войны служили в белых армии. Например? Например, маршал Советского Союза Леонид Александрович Говоров, бывший штабс-капитан армии Колчака. Но он вроде бы добровольно со своей батареей перешел на сторону красных. Ну, добровольно или добровольно, это мы не знаем, во всяком случае, в его биографии так это написано. И ничего, пережил, 37-й год, все, никто его не тронул, вот был прославленным военачальником, там, командовал Ленинградским фронтом и так далее, артиллеристом. Вот, еще там были такого рода персонажи. Значит, далее, все-таки о евреях, да, мы тут говорим. Так вот, я сказал, что они не смогли сформулировать внятных лозунгов, привлекательных лозунгов и сформулировать четко понятные какие-то идеологические ориентиры. Красные, там было все ясно и понятно. Земля крестьянам, фабрики рабочим, мир народам, мир хижинам, война дворцам и так далее. Все ясно и понятно. А другое дело, что это было на практике, ну это уже следующий вопрос. А что касается белых, собственно, вся их идеология сводилась к идее непредрешенчества. То есть мы не будем строить заранее теории и расписывать, описывать, какое мы общество там собираемся построить, как будем, какое государство будет, так сказать, на выходе. Прогоним большевиков, а потом созовем то ли национальное собрание, то ли учредительное собрание, по-разному это называлось, в зависимости от того, насколько далеко были белые от Москвы. Если далеко, это называлось учредительное собрание. Если ближе, национальное собрание. Что такое национальное собрание, было не очень понятно. Ясно было только одно, что оно не будет на основе всеобщих выборов, сформировано каким-то другим образом. Так, но на самом деле, поскольку они никогда в Москву не вошли, то это собрание никогда и не было создано. И когда вот такая идеологическая пустота, и когда, значит, ну хорошо, большевики это враги, понятно, вот они такие сякие, но они там далеко. Попробуй до них добраться, до этих большевиков. А вот был такой уже вполне привычный, понятный, легко достижимый и практически беззащитный враг, это были евреи. И антисемитизм де-факто становится козырной картой, по точному выражению Петера Кеннеза, автора замечательной книги «Гражданской войне в России» и о
пропагандистском государстве. У него есть замечательная такая книга «The Birth of the Propaganda State», «Рождение государства пропаганды», то есть Советского Союза. Так вот, антисемитизм стал козырной картой пропаганды белых. Официально он никогда в качестве такового не формулировался. Никогда никаких программ белых не было написано. А кроме того, мы боремся с евреями. Ничего подобного. Но если мы посмотрим на продукцию ОСВАГа, ОСВАГ – это осведомительное агентство, ведомство пропаганды армии белых, вооруженных сил Юга России, добровольческой армии, если мы посмотрим на многочисленные листовки, газеты и так далее и тому подобное, и посмотрим, какое место там уделяется, так сказать, евреям, списком всяких большевистских лидеров, которые на самом деле евреи или якобы евреи, если мы посмотрим на наглядную агитацию, плакаты разного рода, да, то совершенно очевидно, какое огромное место занимал этот самый антисемитизм в пропаганде, которая велась противниками большевиков и которая стала, в общем, такой вот средством мобилизации масс. Средством мобилизации масс, и это характерно было как для белых, так и для националистов разного рода, в особенности для украинских националистов. И от разговоров, от пропаганды, ну вот, кстати, о наглядной агитации, вот я поздно об этом подумал, к сожалению, как-то я не понимал, что, наверное, имело бы смысл вам показать плакаты некоторые эпохи гражданской войны. Я как бы рекомендовал свою книжку, и предполагается, что вы ее прочли, по крайней мере, те фрагменты, которые рекомендованы. В книжке там такой блок иллюстративный. Нет, по случаю у вас тут с собой? Ну, я, к сожалению, в номере не могу. Ну, не важно, да. Там вот самые плакаты, самые знаменитые из которых назывался «Мир и свобода в Савдивии». Помните? Если вы смотрели, да, значит, там Кремлевская стена, значит, там собор Кремлевский, только вместо крестов там звезды, я уж не помню, пяти или шестиконечные. На Кремлевской стене сидит голый красный Троцкий, значит, а под стеной, да, у стены такая груда черепов, на которой стоят самые красноармейцы, китайцы, там, евреи, такого рода, значит, публика. Называется «Мир и свобода в Саудии», один из самых популярных плакатов белых эпохи гражданской войны, выпущенный харьковским ОСВАГом, кстати говоря, там в Харькове его напечатали. Ну и там еще такой замечательный плакат, назывался он «Жертва интернационала». Она там, в жертвеннике лежит женщина в национально-русской одежде, в кокошнике, предположительно Россия. И над ней занес нож, если не ошибаюсь, тот же Троцкий, тут же Ленин в красных одеждах, такой жрец. И, значит, там большевистские вожди, поскольку как они выглядят, было непонятно людям, да, то над каждым из них написано. Вот там, значит, Таурицкий, Зиновьев, там, ну, в смысле, вот, Розенфельд, и, там, и все такое прочее, Радомыслицкий, то есть их не партийные псевдонимы, а настоящие фамилии. И там же почему-то в этой компании Керенский. Он такой убегает немного. Керенский, значит. Керенский, причем его все время, Керенского, объявляли евреем, что по-настоящему он не Александр, а Аарон Керенский, и все такое прочее. Этот шлейф за ним тянулся многие десятилетия. Вот, такие, значит, дела. Керенский, кстати, прожил очень долгую жизнь, вы знаете об этом, да? Умер, если мне память не изменяет, в 1970 году. Была даже идея у советских вождей пригласить его на 50-летие революции. Но потом как-то
совпало. Я был хорошо знаком и дружил с секретарем Беликова, между прочим. Сергеем Васильевичем Утихиным, эмигрантом второй волны, профессором Эдинбургского университета, потом Пенстейта. Я был с ним знаком, когда я занимался исследованиями в Стэнфорде. Там я провел что-то 2 года с интервалом, 5 лет. И вот там Сергей Васильевич жил на пенсии в Менло Парке, это около Стэнфорда, чудный такой городок. Чтобы Стэнфорд, вы понимаете, о чем я говорю, да? Это Стэнфордский университет, это один из лучших университетов мира. Вот так. Примерно. 1, 2, 3, 4. На таком уровне. Есть 4 таких университета в мире. Ну, в Америке, то есть означает и в мире, да, которые считаются лучшими. Это Гарвард, Принстон, Стэнфорд и Йель. Вот это большая четверка, которая в разных вариантах всегда лидирует. Так, и в Стэнфорде, что там чрезвычайно важно, там есть Гуверовский институт войны, революции и мира, созданный в 19 году тогдашним министром торговли США и представителем АРА, американской организации помощи, Гольбертом Гувером, будущим президентом. И задача этого института был сбор материалов и изучение истории мировой войны и революции, и что из этого вышло. И в Гуверовском архиве собрана феноменальная коллекция материалов по истории, прежде всего, России и, прежде всего, революции гражданской войны. Вот, скажем, архивы Белого движения на юге России, и большая часть там находится в Гувере, и много чего другого. Вот, и Керенский, вот там, в Стэнфорде, его пригласили, чтобы он там работал с какими-то книгами, в итоге они вместе с Браудером выпустили 3 таких огромных тома, под названием «Временное правительство», и история 17-го года документирована. А вот этот самый Утихин, он был в эмигрантские годы какое-то время секретарем Керенского, рассказывал про него много интересных вещей. У нас эта фигура такая, благодаря многолетней советской пропаганде, выглядит немножко так карикатурно, хотя Керенский там был... Фигура достаточно крупная и совсем не таким, или не совсем таким человеком, как его изображают. Представляют обычно. Есть одна его биография, написанная американским автором, она называется так: «Первая любовь революции». Популярность, которой пользовался Керенский, она вообще просто была редкостная. Он был замечательным оратором. И, как мне рассказывал Утихин и некоторые другие люди, которые помнили еще Керенского, который последние годы в Стэнфорде, вот когда приехал, была одна из его первых там лекций, ему было далеко за 70 или уже там за 80, и там был такой большой зал, ну, был он, есть тот же самый зал на том же самом месте. Ну, представляешь, этот зал, ходит Керенский, зал битком набит. Всем было интересно посмотреть на бывшего русского, предпоследнего русского премьера до большевиков, да? И Керенский увидел микрофон, сказал: «Это что такое?» Отодвинул и стал говорить речь. Его голос был без всяких микрофонов слышен в любом уголке этого огромного зала. Вот. Но в 18 году это было просто какой-то вообще год. Вот. Ну, короче говоря, возвращаясь к событиям, о которых мы что-то говорим. Еврейские социалистические партии осудили большевистский переворот, бунтовцы, особенно правые, даже рассматривали вопрос о том, что с оружием в руках выступить против большевиков. Да? Социалистические партии российские, у которых было великое множество евреев, особенно меньшевики, поскольку, собственно, была одно время объединенная социалистическая партия РСДРП, куда входил и бунт, и, собственно, тех, кого называли меньшевиками. Среди лидеров меньшевиков было полно евреев, Цедербаум Мартов, Рейн Абрамович и многие-многие другие. СРы, которые были крестьянской партией, как считалось, и в ЦК, в которую входило тоже множество евреев. Да, значит, и кто был вообще председателем этого самого, ну, кто, например, кто входил в состав президиума
Совета крестьянских депутатов и был по существу лидером этого совета, крестьянских депутатов. Илья Фандоминский, известный больше по псевдониму Бунаков, вот двойная фамилия Бунаков Фандоминский, Илья Исидорович, выходец из богатейшей семьи, из знаменитого клана Высоцких, Гавронских там и так далее. Кто такой Высоцкий? Чай-заводчик. Ну, то есть, был так же Шохаев, который, кстати, от бабушки слушал. Чай Высоцкого, Сахар Бродского, Россия Троцкого. Вот это правильно, да. Ну, чай-заводчик, это звучит не там, но чай в России вообще не растет. Поэтому чай можно было, так сказать, его привозить и торговать. Доходы от торговли чаем сопоставимо, скажем так, с торговлей наркотиками в настоящее время, да? Вот. И действительно, этот самый Вольф Высоцкий, он был одним из первых таких чаеторговцев, он был миллионер, гигантские деньги, он был такой консерватор. Вот. Его любимый внук Мишенька Гоц стал главным спонсором и негласным руководителем боевой организации партии эсеров. Да, провел много лет там на каторге до этого. Вот, и из этой вот семьи, из этого клана, так вышло множество русских революционеров, в том числе преимущественно эсер. Так, и вот эти партии, как русский социалистический с очень сильными элементами вот такого еврейского присутствия в руководстве, так и, собственно, еврейские партии, они выступали против большевиков. Но коренной перелом происходит в начале 19-го года. Реально, так сказать, коренной перелом. И я считаю, что тут... Ну, один момент, как бы это считаю не только я, многие считают. А почему социалистические партии, еврейские в том числе, вдруг как бы повернули к союзу с большевиками? Первое, это, конечно, немецкая революция, германская революция ноября 18 года. Я напомню, что согласно теории Маркса, ну, Россия была, наверное, последней страной, может быть, Китай был только дальше, в которой должна была произойти могла произойти социалистическая революция. Да. Революции, считал Маркс, произойдут, конечно же, в наиболее развитых странах, причем одновременно, когда вот мир к этому подойдет. И там целый ряд всяческого рода условий. Когда рабочий класс будет большинство населения составлять, когда там обобщение средств производства достигнет определенного уровня и так далее. Ничего этого и близко не было в России. И то, что потом Сталин назвал ленинизмом, да, это по существу ревизия учения Маркса и просто значит, объяснение задним числом того, что произошло. Захватили власть, а потом сказали, нет, ну, ребята, все-таки вот ситуация изменилась, и возможно такое, что в одной отдельно взятой стране, и не самой развитой, а которая слабая звено цепи империализма. Ну, в общем, это все было с точки зрения теории, ну, тотальным отрицанием марксизма, называющим своими именами. Ортодоксальные марксисты были, ну, сумасшедшие, да? Вот они захватили власть, вот что-то они устроили, да? Так, устроили позорный мир с Германией, отдали там, не знаю, там, бог знает сколько там территорий. Вот они пытаются тут ввести социализм явочным порядком, что является полным бредом, что было чистой правдой. Пытались ввести социализм вот де-факто вот сейчас, прямо сейчас. Ведь что такое рабочий контроль там был, да? Рабочий контроль за производством. Рабочий контроль за производством означал реальное управление рабочими, не имеющие никакого понятия о том, как функционирует производство, вот этим самым производством. Реальное отстранение собственника от управления, что очень быстро приводило к чему? К национализации. Большевики считали, Ленин, в том числе, что при социализме денег не будет. И была попытка на самом деле перейти к прямому продуктообмену. Не товарообмену, а продуктообмену. То есть приравнять там килограмм гвоздей, там 16 пудам муки там, и так далее. Там были всякие такие таблички. Вот, ну что, естественно, кончилось крахом, ну и так далее и тому подобное. То есть вот к большевикам относительно как к сумасшедшим, но вот власть она не может продолжаться долго. Вот она рухнет.
А когда Ленин начнет говорить, ну вот мы начали, а потом к нам присоединятся, и вот весь мир будет там социалистическим и прочее, прочее. Ноябрь 18 года. Именно это и происходит. Революция в Германии. Что? Вот хочу сказать по поводу рабочего контроля. Рабочий контроль в тот момент совершенно не означал передачи непосредственно собственности. Сначала в контроле за производственным распределением. Да, да. Более того, в ряде случаев большевики разгоняли рабочие советы просто по прямому доносу хозяев предприятий. Такие случаи достаточно много. Ну, такие случаи, я не говорю, что достаточно много. И с вами не спорю, совершенно правильно. Только на практике мы видим что? Что в кратчайшие сроки, в кратчайшие, речь идет иногда о неделях, иногда о месяцах, происходит национализация этих предприятий. Так или не так? Ну, там еще есть локаут. А? Да, но это была национализация, в моих случаях был ответ на локаут. Первое время большевики хотели национализировать только часть предприятий. Там у них это все по мере... Окей. Сколько времени прошло до национализации тотальных предприятий? Сколько времени прошло? Я по цифрам не помню. Ну когда? Когда это? Когда это происходит? Тотально, ну, конец 18-го года. Ну, как минимум, конец 18-го года, да. Как это с точки зрения исторического времени? Сколько это, секунды или полторы? Да? Мирное время это секунды или полторы, а в ситуации прямого социального противостояния там уже совершенно по-другому хронология подработает. То есть еще меньше? Или как? Я не понял. 2 секунды. Значит, да. Так в чем у нас с вами расхождения? Если они есть, объясните. В том, что я считаю, что там первоначально вообще была мысль о том, что рабочий будет как бы контролировать это производство, да. Они не думали, да. Что они прям все тотально национализируют. Да. Но в определенный момент, при том, что понятно, что сами действия 26 октября не авантюристические, но в определенный момент это вышло у них из-под контроля, и они уже реагировали на ситуацию. На какую? Ну, на ситуацию локаут, на ситуацию без контроля. Что такое ситуация локаута? Когда специально банкротство предприятия. Ага. Потому что там же рабочий контроль. Ну да, поэтому специальное банкротство предприятия происходило. То есть происходило явочным порядком, вводился рабочий контроль. Да. Хозяин предприятия либо, значит, писал в правительство, которое в ряде случаев, значит, разгонял, кстати, распускал рабочий контроль, ага. Вот, либо он, соответственно, тихонечко выводил капиталы из страны, говорил, ребята, у меня нет денег, я ничего не могу сделать. Буржуи виноваты. Буржуи. С моей точки зрения, если говорить про события... А вы не скажете, секундочку. Уводил капитал из страны, это как? Ну как капитал из страны? Ну как? Технически объясните мне. Как вводил капитал из страны? Ну, есть несколько способов. Ну, например, вот. Любой из них. Есть банально физически, то есть просто перевоз денег. А капитал это что? Если иметь в виду фактически деньги. А, и где они находились, деньги? Вот. Деньги где находились? Ну, значительная часть разные способы потом была в американской банке, чтобы они попали в английский, французский, американский, да, их сначала нужно вообще иметь эти деньги, да, и где-то хранить физически, где? Ну, часть, соответственно, работала внутри производства в России. То есть она была вложена в производство, и как деньги физически не существовало. Существовало в виде станков, дачи, да? Часть существовала в виде денег, часть в виде станков. Да, хорошо. Которые в виде денег, это как? В виде денег. Это где эти деньги находились физически? Ну, как физически из них оплачивалось. Нет, смотри, я вам задаю прямой вопрос. Где находились физические деньги? У вас есть капитал, у вас есть миллион, да? Где вы его храните? Ну, в обороте часть. Коллеги, то, что в обороте, это не хранится. Оно в обороте, оно вложено. Оно вложено в станки, в сырье, там, я не знаю, в здание. Это есть деньги в обороте. Вы говорите о выводе капитала, то есть о каких-то денежных знаках, которые куда-то можно каким-то образом вывести. Деньги, для начала меня интересует, где эти деньги?
Вот кровать, во-первых, условно говоря, хранились там. Ну, потому что, ну, во-первых, банк, кровати в условиях гражданской войны там же... все обесценивается. Под кровать, вы уверены? Что российские капиталисты хранили деньги под кроватью. В 18 году, да, энное количество капиталистов начинало хранить. А в золоте там металл. Нет, ну, а в 17-м где они хранили деньги? Как? В 17-м они хранили в банках или они крутились? Они, стоп, они крутились, мы их не трогаем, их нельзя вывести, они крутятся. Ну, значит, можно, значит, они хранились в банках. Что стало с банками? Национализировали. Когда? Ну... Как пришли к власти большевики, побыстрее становились. Надо же. Как пришли к власти, национализировали банки. Какие были грамотные большевики? Тут же, и это прочитаете в любом руководстве по революции, написано хоть бланки, хоть и на кем угодно, что первое, одно, телеграф, телефон, банки, мосты и так далее, вокзалы и прочее. Значит, банки захвачены большевиками, вместе находящимися там деньгами. Что, куда вывозят теперь самые проклятые буржуи? Расскажите мне. А вот тут... Берут штурмом банки, отбивают их у Красной Гвардии? Или как? Нет. Во-первых, то, что сами банки были возвращены в народную собственность, совершенно не обязательно, что... Секундочку. Банки были что? Возвращены в народную собственность. Значит, они когда-то принадлежали народу, потом их отняли проклятые буржуи. Потом их вернули народу или как? Ну, и что-то... Да. Но если так его вульгаризировать. Но это более сложный исторический процесс. Понятно. Ну ладно, хорошо. Значит, коллеги, я на что хотел обратить ваше внимание. Значит, ты понимаешь, все-таки большинство историков, да? Конечно, Бог как делал в деталях. А кроме, так сказать, широких там исторических полотен и прочее, есть совершенно конкретные вещи. Если мы говорим, вот, взяли, значит, там, вывели капитал. Значит, возникает первый вопрос. Где был капитал, в чем он хранился, какого можно было вывести и так далее. Кроме всего прочего, есть понятие банковских технологий. Сейчас существует какая основная технология банковских переводов? SWIFT. SWIFT, совершенно верно. SWIFT у нас, дорогие мои, возник не так давно. Более того, я вам хочу сказать, способ верификации переводов по телеграфу был необыкновенно сложен даже в то время. Телеграммы стоили безумные деньги, особенно международный телеграф, да? И вы знаете, я возвращаюсь к какой-то самой инструкции после революции, что надо было захватить почту, телеграф, телефон, мосты, вокзалы, банки и так далее. Что и сделали революционеры. Почему и победила революция. Поэтому, значит, ну, окей, ну, это я, значит, вам рассказываю, среди прочего. Факт, что в швейцарский американский банк большое количество вкладов было российских предпринимателей. Это вы откуда взяли информацию? И большое, ну, это сколько? Я посмотрю, сейчас я не назову цифру, я назову источник. Я могу в следующем лекции... Спасибо. Да, буду признателен. Значит, какое-то количество действительно там этих денег находилось. Какие-то умные люди умудрились до революции что-то там перевести. Значит, вывести деньги за рубеж после захвата власти большевиками. Было при некоторых условиях и обстоятельствах какое-то количество возможно. Но это было очень незначительное, во-первых, количество. Да? Вот, и такие случаи, они достаточно редки, если не сказать уникальны. Те, кто не успел это сделать до революции, тут опоздал, да, и остался вообще ни с чем, включая крупнейших российских предпринимателей, вроде Коновалова, там, Александра Ивановича, там, и целых других. Так что эта история, так сказать, прискорбная, но мы начали с того, о том, с того и от этого момента пошли, так сказать, в сторону вопроса о банковских технологиях, да. Почему социалистические партии, вообще еврейские в особенности, вдруг поддержали большевиков? Вдруг, конечно, в кавычках. Первое – это германская революция, которая показала, что большевики вроде бы правы, вот она, мировая революция начинается. А ведь Германия – передовая страна и так далее, и германский рабочий класс – самый мощный в мире и прочее. Ну, не считая американского, но про него никто тогда не думал. Это. И второе. И, как я считаю, самое главное, и что упускает обычно наша историография, упускала, это еврейский погром. Мы совершенно четко видим,
Когда происходят первые по-настоящему массовые еврейские погромы в эпоху гражданской войны? Это январь-февраль 18 года, это петлюровские погромы на Украине. И мы видим, что буквально вот в эти месяцы одна за другой еврейские социалистические партии принимают декларации в поддержку советской власти и особенно Красной Армии. Это прямо специальная Красная Армия. Некоторые даже пытаются разделить. Ну, советская власть это одно, Красная Армия это другое. И более того, в апреле 19 года, когда идет мощнейшее наступление антибольшевистских сил, это польское наступление, Белоруссия, Литва, это наступление на юге, белых вооруженных сил юга России, это наступление на Урале, войск Колчака и так далее. В это время как раз коммунистическая партия большевиков обращается к еврейским социалистическим партиям, прежде всего, вот, Бунду, Полицион и Абикритм, сам Фаренек Тей, говорит, ну, хорошо, вот вы заявляли о поддержке Советской власти и Красной Армии. Ну и где ваша поддержка в виде вооруженных бойцов? И эти партии объявляют партийной мобилизацией в армию Красной Армии. Партийной мобилизацией, и это ничтожные, на самом деле, конечно, цифры. Это сотни, там, ну, может быть, несколько тысяч человек. Нам важен принцип, идея в данном случае. Да? Это вообще чрезвычайно интересная история. И другая часть этой истории, она заключается в том, что с одной стороны, вот оказывают такую поддержку оказывают еврейские социалистические партии большевикам. С другой стороны, как выясняется, Красная Армия пронизана, в общем, не меньшим антисемитизмом, чем армии противников большевиков. Я вот нашел в архиве, в Центральном партийном архиве, в фонде Полицион, который там оказался в конечном счете, анкеты евреев-красноармейцев. Это проводила Полицион партия, поскольку Полицион считала, что нужно создать еврейские части специальные, еврейские батальоны в Красной Армии. И проводили опрос евреев-красноармейцев, хотят ли они служить в еврейских частях. Анкеты потрясающие. Анкеты на русском заполняются. Русский язык необыкновенно своеобразный. Подавляющее большинство, там, процентов 95%, говорит, что да, хотим служить в еврейских частях. Почему? Ответ везде антисемитизм. Антисемитизм, слово было новое, между прочим. Вообще понятие антисемитизма, сам термин появляется только в 80-е годы 19 века во Франции, в Германии. В России это было, так сказать, новинкой, это было из, так сказать, лексики интеллектуалов. И там один из них пишет, я сейчас помню, антисемитизм. Потому что антисемитизм. Значит, ну как бы не знает, как это писать там и так далее. Мне есть на эту тему статья, я, по-моему, ее включал в список, еврейский батальон Красной Армии, она вышла по-русски и по-английски, там, с некоторыми дополнениями. И в итоге полиционистам удалось создать два, видимо, батальона еврейской Красной Армии. Минский караульный батальон, два ООО, они были созданы в Минске, первый, там, по-моему, второй караульный батальон, может быть, еще были какие-то отдельные роты. Но в целом, вот эту идею, по счастью, заблокировали на уровне уже высших там военных органов, причем как раз евреи, служащие в этих органах, которые сочли, и с моей точки зрения совершенно справедливо, что ничего худшего представить себе нельзя для борьбы с антисемитизмом, нежели создание еврейских частей. Этим и так была полна вся, значит, эта самая пропаганда, когда, значит, утверждали, что какие-то еврейские полки действуют, еврейские батальоны и все такое прочее.
вот, которых, на самом деле, повторяю, за исключением вот этого Минского караульного батальона, который почти полностью был уничтожен в боях с поляками очень быстро, и потом там пытались еще один батальон создать, но там это, посредине процесса это дело как-то закончилось ничем. Вот. Так вот, еврейские погромы, о которых я сказал, ну, эта тема написана довольно много, и несколько лет назад вышел такой огромный том о еврейских погромах, документов из фонда Госархива Российской Федерации, прежде всего, фонда Обществкома и некоторых еврейских общественных комитетов, оказывающих помощь погромным. И у нас есть вот такой достаточно большой корпус уже опубликованных документов, есть довольно много исследований, есть подсчеты, но никогда, видимо, мы не узнаем точно, сколько было жертв этих погромов. И как писал еще в 1927 году, статья его вышла на идише, один из Нахум Гергель. Нахум Гергель, один из членов такой комиссии, которая была создана по изучению погромов в Киеве в свое время, потом они в полном составе уехали в Германию, в Берлине она была, потом некоторые из этих людей, кто остался жив после всего, уехали в Штаты. И эти материалы этого архива, не только по истории погромов, материал архива истории, по истории восточноевропейского еврейства, они сейчас хранятся в архиве ИВА в Нью-Йорке. ИВА – это Институт высших еврейских исследований, да? Находится в Нью-Йорке, там замечательный архив. Так вот, по подсчетам Гергеля, и никто после Гергеля принципиально ничего к этому не добавил, было убито от 50 до 200 тысяч евреев во время погромов. Чтобы представить себе масштаб, за все время боевых действий между красными и белыми с обеих сторон погибло около 300 тысяч человек. А теперь представьте себе количество жертв погромов от 50 до 200 тысяч человек. И кто были эти погромщики? Это были, прежде всего, петлюровцы и другие украинские националисты, около разного рода банды, там, не знаю, Тютюнника, Зеленого, там, Соколовского, там, Козырь Зырки и так далее. Там было не с числа разных типов бандформирований. Около 40% всех жертв приходится на их долю. Да. А вот вы сравниваете жертвы гражданской войны и еврейского населения? Грома еврейского населения? Да. Потому что громили же не только евреев. Нет, громили только евреев. А кого еще громили? Всех подряд. Ну, банды. Ну, разные. Они просто убивали там, а вот погром, в смысле, там сначала приходят к вам, все вас ломают, потом убивают ваших детей, там, потом убивают вас, или там просто калечат специально, получают это удовольствие, они не ради того, чтобы отобрать что-то. Это, конечно, всех, но с точки зрения того, что именно прицельно этнически громили только евреев. Ну, еще в некоторых местах громили поляков, на самом деле. Значит, спасибо за вопросы, за свои замечания. Это одна из таких распространенных теорий, да, что, в том числе, это высказывавшись с некоторыми еврейскими идеологами, сторонниками белого движения, там, Бикерман, называемый «Кающиеся», была такая группа в Берлине в эмиграции, Бикерман, Линский, еще там несколько человек, которые, Мандель, Вениамин Мандель, там семеро таких. Семеро Симеонов, да, значит, которые говорили, что был всероссийский погром. Всероссийский погром. И евреям нечего вообще себя как-то выделять. Когда громили, там, убивали всех подряд, то почему евреи как-то должны, да, рассматриваться изолированно, отдельно? Что, конечно, неверно исторически.
Потому что, совершенно правильно замечают, только евреев убивали за то, что они евреи и ни по какой другой причине. И вот именно поэтому еврейские погромы после гражданской войны, они могут квалифицироваться как некая репетиция и пролог Холокоста. А не потому, что вот евреи сделали то-то, то-то и то-то, да? А просто потому, что они евреи. И вот от них исходит это самое зло, которое разрушило Россию и так далее и тому подобное. Это мы сплошь и рядом читаем и в листовках, и в каких-то высказываниях этих самых погромщиков. Мы это можем увидеть в частной переписке, например, офицеров белых армий. А белые на втором месте, после петлюровцев, по количеству жертв еврейских погромов. А там, среди тех, кто участвовал в еврейских погромах, это были поляки, польские войска. Это были войска Красной армии. А махновцы? Махновцы в том числе, но надо сказать, что как раз у Махно ни в какой степени антисемитизм не был составной частью его, так сказать, идей. Махно вообще был окружен всякими еврейскими советниками и консультантами. Он же был анархист. И вот с ним там Хинбаум, Паровой там и так далее. Там у него был целый, так сказать, шлейф людей, которые были. Начальник его этой самой разведки был, да. Был вот Лев Зиньковский, да, который окарикатуренно был изображен там Алексеем Толстым в известной своей трилогии и фильмы, которые там снимались, так и так далее. При этом то, что махновцы участвовали в еврейских погромах, это бесспорно. Что вообще объединяет всех погромщиков? Что красных, что белых, что петлюровцев, что зеленых, там, что все прочее. В таком, в плане бэкграунда, что называется, и некого социального опыта, и идеологического. То, что все, ну не все, большинство из них, это бывшие солдаты Российской императорской армии. На что никто когда не обращал специального внимания, ну, во всяком случае, до выхода вот моей книги на эту тему. Это логично. А? Это логично. Потому что большая часть всех участвующих вообще в гражданской войне были, исходили из императорской армии. То есть участвовали в гражданской войне. Учетом того, что на то, что дайте назывался по 15 миллионов число солдат в императорской армии, которые были в Первой мировой войне, то вполне логично, потому что большая часть из них в гражданской войне не составляла основу всех возрастных. И какой специфический опыт приобрели эти солдаты в эпоху Первой мировой войны? О чем мы говорили в прошлый раз? Произведение человеческой жизни, антисемитизм. Вот, совершенно верно, потому как, если мы посмотрим армейскую печать эпохи Первой мировой войны, и не только армейскую, то там образ врага сформирован, да, и этим врагом представлены кто? Евреи. Более того, у некоторых определенного количества военнослужащих русской армии эпохи Первой мировой войны был опыт практического участия в депортациях еврейского населения, и в некоторых случаях это сопровождалось погромами, которые, как я говорил вчера, мало чем отличались от погромов эпохи гражданской войны. И у нас есть достаточно достоверные источники об этом. Это донесения жандармов. Жандармов, описывающих массовые погромы, в особенности в Белоруссии. Ну, тогда не было понятия, собственно, Белоруссия, да, там, в Гродненской губернии, там, в Могилевской губернии и так далее, в Литве и так далее, в Минске и так далее и тому подобное. Там были десятки погромов, сопровождавшиеся нередко убийствами, издевательствами и всем прочим. И если, допустим, убрать хронологическую привязку и положить рядом описание погромов эпохи Первой мировой войны и эпохи гражданской, они ничем друг от друга не отличаются.
Что происходит в гражданскую войну? Происходит перенос вот этого образа еврея как некоего германского агента или какой-то внутренней подрывной силы на уравнивание образа еврея-большевика. То, что по-польски называлось «жидокоммуна». Да? Вот эти, если мы посмотрим, посмотрите газеты того времени, издававшиеся на территориях, контролирующихся противниками большевиков. Листовки, плакаты и так далее, мы везде видим в существенной степени вот такую риторику. Там и мы по мемуарам современников и по дневникам современников, которые писались в то время, мы отчетливо это прослежим. И этот вот элемент такого сильнейшего антисемитизма, он, конечно, был широко распространен среди противников большевиков. И что тут весьма характерно, в моменты поражений и ослабления дисциплины Красной Армии мы видим то же самое. Еврейский погром. Если вы читали, мне кажется, что вы, как я надеюсь, читали «Анармию» Бабеля. Бабеля читали? Mm-hmm. Кто читал Бабеля? Ну вот видите, у тех, кто не читал, еще есть впереди большое удовольствие почитать Бабеля. Бабель ведь там описывает погромы, которые осуществляет Первая конная армия. Да? И это не художественные образы только лишь. Как показывает опубликованный вот уже в постсоветское время дневник Бабеля, часть его сохранившегося, дневник 19-го года, это все срисовано с натуры. Ну, конечно, это преображено, разумеется, художественная литература и там, скажем, документальные источники. Это разные вещи, но видно, из чего выросли эти рассказы. И что Бабель наблюдал своими глазами. Но в отличие от белых, антисемитизм никогда не был основной частью идеологии красных. И в отличие от противников большевиков, большевики никогда не ограничивались в плане борьбы с погромами, с антисемитизмом, никогда не ограничивались только декларациями. Как Махно. Из приказов Петлюры можно было вот такой том составить против погромов. И никаких действий. Деникин и другие там белые генералы издавали разного рода приказы. Ну, может быть, не такой том, но потоньше можно было составить. Красные никаких приказов не издавали. Но погромщиков карали сурово, вплоть до расстрела. Когда прославленная 6-я дивизия 1-й конной армии на вот пути своем, в ходе панического отступления после поражения под Львовом на Юго-Западном фронте учиняла погром, то туда была послана специальная комиссия во главе с этим Григорием Мельничанским, профсоюзный там деятель был и партийный. Комиссия устроила, если память не изменяет, Екатерина Слави, публичный суд. Значит, приговор выносился тут же приводился в исполнение на глазах у всех. И там, по некоторым данным, было расстреляно около 400 конармейцев. И здесь, собственно говоря, большевиков волновала не только не столько борьба с антисемитизмом, сколько восстановление дисциплины в Первой конной армии, ибо она шла куда? На Южный фронт воевать с франками. И можно было привести в порядок. И привели. Так привели в порядок, и значит, Первая конная двинулась дальше на юг. Так вот, подводя итог и рассуждая о позиции евреев в эпоху гражданской войны, вот этот выбор между красными и белыми в итоге стал для, когда говорю белый, это немножко собирательно. Понимаете, что у противника большевиков было много, так сказать, лиц. Но выбор между красными и белыми стал для евреев выбором между жизнью и смертью.
И нет ничего удивительного, что они выбрали жизнь. Да? При том, что большевизм евреям, если считать евреев некой общностью с какими-то общими религиозными представлениями, да, если считать евреев общностью, для которой свойственен определенный тип экономической деятельности, ну, скажем, финансовые операции, торговля, там, не знаю, для интеллектуальной элиты, скажем, занятость в области юриспруденции и так далее, то большевизм ничего позитивного евреям не нес. Поскольку по определению они собирались ликвидировать религиозные предрассудки все и всяческие, в том числе у евреев, они собирались ликвидировать в конечном счете частную собственность, а пока что запретили торговлю, приравняв ее к спекуляции. И ЧК называлась как Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией, саботажем и так далее. И, в принципе, вот торжество большевизма должно было привести к ликвидации основ религиозно-экономической жизни евреев. Что и произошло. Другое дело, что при этом большевизм предоставил евреям невиданные ранее возможности для карьеры на государственной службе, военной службе, в науке, технике, где угодно, чем в значительной степени воспользовались евреи, ставшие советскими. И я всегда говорил, говорю и буду говорить, что евреи были самой успешной советской нацией 20-30-е годы. Бесспорно. Ни один народ бывшей Российской империи не достиг таких феноменальных результатов, ну, если считать евреев некой общностью, конечно. На самом деле это были индивидуальные судьбы и так далее. Но если мы посмотрим, что из себя представляли евреи к 1939 году, то за 20 лет это было нечто вообще просто феноменальное. В плане роста образовательного уровня, в плане позиций в власти, в тайной полиции, в ОЧК, НКВД, там, ГПУ и так далее, да, в армии, если вы говорите об армии, то напомню, что евреи вообще не могли быть офицерами русской армии. И за всю историю императорской армии там насчитывалось по 11 человек, которые каким-то образом получили офицерские чины. И среди них был там, допустим, сын барона Гинзбурга, там, который никогда не служил на самом деле, там, ну и так далее. Скажем, Красной армии насчитывалось около 300 генералов и адмиралов евреев. Было больше, чем в любой армии мира. До народа всех армий мира вместе взять на момент Второй мировой войны. И так далее. То есть история была очень неоднозначна в этом отношении. И с одной стороны, повторю еще раз, советская власть принесла евреям невиданные возможности. С другой стороны, даже использование еврейских языков, идиша, иврита, но иврит просто был стер с лица земли еще в 19 году, когда был, в общем, опубликован декрет, подписанный там, Покровским, если память не изменяет, первым заместителем наркома просвещения в то время. Луначарского, объявлявшим иврит языком вообще еврейских клерикалов и там буржуазии, а идиш языком народных масс, рабочих, да. Но идиш тоже был языком совершенно бесперспективным. Чтобы вот моя соавтор Саша Поляк тут не рассказывала, да. Да, значит, но о конфликтах языков и прочее никакого конфликта не было, потому что русский язык просто убил идиш. По одной простой причине, по какой? Русский госязык. Высшего образования на идиш не было, поэтому. Конечно. Высшее образование – это русский язык, да? Ну, были на национальных, на национальных языках, там, период коренизации, там, Украина, Белоруссия. Кстати, в Белорусском университете, по-моему, в 21-м, что ли, году,
я боюсь ошибиться, но то ли 80%, то ли 90% всех студентов были евреями, вообще всех студентов, да. Так, значит, еврейские школы, пожалуйста, существовали, но родители туда не отдавали детей. Ну и чтобы вы представили себе, чему учили в еврейских школах, в числе прочего, например, арифметики, какие там были задачки. Например, такая. В местечке было 3 синагоги. 2 из них закрыли. Сколько осталось? Так? И так далее. Так что шло, значит, причем вот эта вот ликвидация этой самой еврейскости проводилась руками самих евреев и не по чьему-либо заданию, а по собственной инициативе и с огромным энтузиазмом. Секция. С огромным энтузиазмом. Да, это и еврейская секция коммунистической партии, это и многочисленные всякие там активисты, всякие там пионеры, комсомольцы и так далее. Так, и одним из популярных еврейских имен, как записала экспедиция Тан Багараза, был такой замечательный сборник, 23-25 году вышел где-то так, назывался он «Еврейское местечко в революции». Это вот чем занимается Сефер, в числе прочего, организует все экспедиции сейчас. Ищут этих оставшихся где-то там еще евреев с четвертью или там половинку, да, и что он помнит о славном прошлом предков. Тогда, значит, вот были такие этнографические экспедиции, и там были реальные еврейские местечки, и вот там собирали, так сказать, ту самую, собирали ответы, анкетировали евреев там по разным вопросам. И вот одно из имен, которые давались еврейским детям – Лен Трозин. Что такое Лен Трозин? Лен Троцкий Зиновий. Да. И Тан Багараз это псевдоним литературный. Владимир Натанович Багараз – это народоволец из поздних. Такой был народоволец. Крестился для того, чтобы это лучше вести пропаганду среди рабочих. Потом, естественно, арестовали, сослали, ну, не по благо не повесили, хотя бомбы нашли самые, которые там изготавливали для возобновления террора. Отправили на север, но что делать человеку с его энергией на север? Он стал изучать там чукчи, еще там кого-то, написал какие-то замечательные труды по этнографии, и заодно стал писать рассказы и повести из жизни народов севера, пользуясь большим успехом. И был вот такой деятель, потом он был директором музея религии и атеизма в Ленинграде. Где он находился? В Казанском соборе, да. Вот директором был Тан Багараз. Собрал там, кстати, масса материалов разных. Он умер в 36-м году, прожил долгую жизнь. Своей смертью умер в 36-м. Не попал еще тогда в это самое колесо большого террора. Но вот это его, и вот у него очерк вступительный к этому, значит, еврейскому местечку революции. И он описывает такую сценку, что вот дед сажает этого, значит, своего внучка. И задает ему вопрос. «Чем будешь, Берка?» Это который Лен Трозин, на самом деле, этот самый Берка. Но это смысл вопроса понятия, да? Это традиционный такой еврейский вопрос. Вот дедушка задает внучку, «Чем будешь?» «Ну как это, чем?» – говорит Берка. На самом деле Лен Трозин. «Я буду чекистом». Вот это кумиры. Не только еврейского, но и вообще советского подрастающего поколения этого времени. Чекисты, позднее полярники, летчики, балерины, ученые, ударники труда и так далее и тому подобное. Это вот то самое поколение, которое тщательно, так сказать, пестовалось и выращивалось в 20-е и 30-е годы. И евреи там были совершенно в передовых рядах. Вопросы какие есть мне? Пожалуйста. Ну, вы говорили, что бунт осудил
или наоборот больше близки. Да. Почему именно? То есть детально, если можно. И вообще интересна история отношений Будда и большевиков, потому что, ну, насколько я знаю, прям принципиальных расхождений идеологических там не было. И, в общем-то, Бунд был партией популярной до революции. Да. И даже со стороны большевиков тоже было как-то логично оттягивать на себя тех, кто участвовал в Бунде, как-то блокироваться и так далее, и так далее. Почему у них не сложились отношения? Понятно, спасибо. Ну, Бунд, конечно, был популярной партией. Вообще, сначала возник Бунд, а потом все остальное. Бунд – это первая политическая партия в России вообще, из всех. Он возник в 1897 году, а РСДРП – в следующий год. Причем, значит, среди его создателей были там бунтовцы в основном, которые решили, что вот надо еще и российскую такую создать, не только еврейскую, да. Вот. И, если мне память не изменяет, в 1907, что ли, году численность Бунда была 30, там, чем-то тысяч человек, а РСДРП в СИИ, по-моему, 8 тысяч. Так что Бунд – это, да, была кое-какая партия, да. Влиятельная, значит. Но в чем расхождение? На самом деле как раз были принципиальные расхождения. Большевики считали возможным устроить социалистическую революцию в отдельной от этой стране, а именно в России. Практически все люди, считавшие себя марксистами, они полагали, что это невозможно, что это авантюра, что это ни к чему хорошему не приведет, что надо в повестке дня задачи буржуазной революции, и вот надо как бы вести себя соответствующим образом. Бунт входил в это, значит, число. Бунт входил в это число, и бунт тоже там были правые, левые, правые бунтовцы, да, они считали, что большевики, которые, собственно, захватили власть, и во временном правительстве, как бы с советских этих самых времен пришло, буржуазное временное правительство, там социалисты ведь были, Керенский был тот социалист, да, АСР. И глава правительства, и в состав правительства входили социалисты разного рода. И ну, Керенский бежал, а министров социалистов, как министров, так сказать, буржуазных, посадили Петра Павлова. Правда, социалистов все еще не выпустили. Сказали, ну вы идите, а эти пускай сидят. Да. Такая была, значит, история. И Бунд считал, что это полнейшее безобразие. Да, вот это вот устроить. И что с ними нужно вести борьбу. Некоторые даже говорили, давайте будем вести вооруженную борьбу. Вот принципиальное расхождение. А потом, по ходу революции и гражданской войны, когда происходит такая поляризация и возникает вопрос, ну вы вообще за кого? Кстати, первые, кто всерьез боролся с большевиками, ну, кроме добровольческой армии, это ведь были социалисты. Комуч, комитетчинного учредительного собрания по Волжье. Это социалисты все. Социалисты защиты Родины и революции. Это, вот, и, значит, вот это было. Потом, когда происходит поляризация, когда вы или за контрреволюцию, или вы за революцию, то происходит вот поворот влево, я уже говорил сегодня, особенно когда после массовых еврейских погромов. Так, и в самом Бунде происходит раскол. Происходит. Потом Бунд, он был как бы разный. Был же Литбел, Литовская Белорусская Республика, была Украина. В разных регионах события развивались по-разному. Скажем, в Украине образовался Комбунд, коммунистический бунт, Комфорбанд и так далее. Короче говоря, Бунд как бы дробится на какие-то отдельные группы, и левые бунтовцы, ну, коммунистические бунтовцы, в конечном счете, как бы, им говорят, ну а вы, собственно говоря, чего? Почему вы бунтовцы? Давайте вступайте в коммунистическую партию. Многие не вступили. Так, некоторые бунтовцы уехали, ушли в эмиграцию, некоторые вели подпольную работу после распуска бунта. В 21-м году вели подпольную работу в СССР, ну, довольно быстро там переловили. Вот, и вот так это произошло. То есть в 18-м же году происходит раскол, да, и левая... Не совсем так, не совсем так. Раскол происходит в 19-м году, если уж быть там по хронологии, да, двигаться. Так, я вас, если хотите знать поподробнее, вот...
при некотором моем участии вышел в этот пультон гигантский, который называется «Бунт», в серии политических партий, «История политических партий в России», в документах такой, «желтая серия» так называемая, «желтой суперобложки». Вот, вот такой кирпич, там чуть ли не под 1000 страниц. И там собраны документы «Бунта», от, ну не все, не все, но значительная часть, включая бундовские конференции эпохи гражданской войны, там отчетливо можно это проследить, как это происходило. Как вот эти левые бундовцы, Эстер Фрумкина, Эстер – это кличка, Фрумкина фамилия, да, которая вот заявила, что Красная Армия – это наша армия, да, и как правые бунтовцы, они же меньшевики, там Абрамович, Рафаэль Абрамович, который категорически выступал против какого-либо союза с большевиками, сотрудничества. То есть вот такая вот сложная история, но кончилась ликвидацией бунта и тем, что часть бунтовцев вступили в партию, а потом РАФЕС, там целый ряд там таких видных бунтовских деятелей, действительно. А потом они почти все были в 37-38 году расстреляны. Часть убежала за границу, часть просто растворилась. Еще по численности вопрос. Да. Ну, какой год пик численности бунта? И, например, если сравнить самые популярные сионистские партии? Пик численности бунта всех революционных партий – 17-й год. Все партии просто вот, раздуваются в десятки раз. Да? Я не помню на память численность конкретно, когда было у бунта. Я просто не могу сказать на скидку. Речь шла о десятках тысячах, если не больше. Из еврейских, там, так сказать, партий, самая массовая была, конечно, сионисты. Но здесь есть нюанс. Вы знаете, у меня вот в книге, там, по-моему, во второй главе «Русская революция», там приведена численность еврейских партий в 17 году. Так, и вы можете там это найти. Самая масса были сионисты, но дело в том, что это не была партия, строго говоря, да? Платили люди шекель, все считали сионистом. Ну, шекель платилась не шекелем, а платилась там. Ну, проблемами. Там пожаловалось, как считалось, как, ну, как билет, условно говоря. Ну, совершенно верно, да. Значит, и, вот. И программа была у сионистов, они потом фактически стали как либеральные партии, и они говорили, что вот мы понимаем, что не все евреи уедут в Израиль, и мы будем строить еврейскую жизнь, там где-то еврейскую автономию именно в России. Вот. Они прямо выдвигали там программу свою, поэтому тут вот спорный вопрос. Спорный вопрос в чем? Ну, сионисты — это была партия, и очень даже успешная, гибкая. Вот. И то, что вот вы говорили, в чем успешность, декларация Бальфура. Я вот тоже вначале так думал. А вот так вот, ну, изучаешь, приходишь к выводу, они были очень гибкие. То есть они умели при необходимости подпольную работу вести. Когда вот, например, в Пензе был кружок любителей иврита, вот, то есть он формально не был к сионистам отнесен. И поэтому даже пользовался финансовой поддержкой, то есть отдела образования. То есть очень... Да, хорошо, спасибо. Но сионистское движение все-таки при всем моем почтении к сионистам, да, как и другим борцам за народное счастье, это все-таки не была политическая партия в строгом смысле этого слова. Так, и сионистская организация... вот пик ее, опять-таки, это 17-й, конечно, год, начало 18-го, как она раздувается, так она мгновенно схлопывается, что называется. Что имеется в виду? Все движение или полиция? Полиция, вон, это совершенно другая история. Есть общие сионисты были, была партия полиция, вон, это крайняя, так сказать, из... такая наиболее близкая, значит, коммунистам, если почитать их листовки, некоторые они совершенно поразительны. Да здравствует там, да здравствует советская власть, да здравствует Красная Армия, да здравствует
всемирная революция, да здравствует еврейское государство Палестины. Более, значит, это реальная листовка 19-го года. Коллеги, значит, было, знаете, этот анекдот известный про еврея, который упал на необитаемый остров. Да, когда он построил синагогу, да, и потом вторую, когда его там нашли, тот спрашивает, ну хорошо, почему две синагоги? Ну это вот моя любимая, в той моей ноги не бывает. Поэтому, значит, правые, левые, разные, объединенные, расколотые и так далее, это нормальное состояние еврейского политического процесса. Если вы посмотрите на государство Израиль современное и на их, значит, эти самую партийную структуру, и на то, сколько там партия отпочковывалась, образовывалась, исчезала, ну вот не знаю, там, там Авода, потом, значит, от которой там Авода, потом вот эта партия Кадима, которая была создана под определенного человека, потом она уже по существу сошла со сцены и так далее. Это я просто вам что хочу сказать, что это государство как бы с понятной политической структурой, устоявшейся, и что мы там видим. Представьте себе революционный период России и всех этих социалистов-сионистов, полиционистов, бунтовцев, объединенных и прочее, 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 прочее. Не с кем числа было, очень сильные зигзаги в каких-то политических воззрениях, взглядах, и в конечном счете полное исчезновение с политической арены и достаточно быстро. Вот это, пожалуй, самое главное, что можно сказать о еврейских политических партиях в эпохе революции гражданской войны. От невиданной популярности и подъема до просто исчезновения с политической арены. Еще вопросы? Ну, повторяю еще раз, мы не охватим всего и вся, да, значит, и как бы вот все эти цари и цион там и прочее, все это как бы есть масса работ на тему вот этих еврейских политических партий и движений. Но если мы говорим в масштабах истории российского слэш-советского еврейства, то следы этих партий, за исключением памяти о бунте, которая была реальная партия на протяжении многих лет, она просто стерлась абсолютно из памяти. Какая часть полиционно она вливается в социалистические партии уже израильские? Это уже другая история. Так, еще вопросы? Ну, уже. Завтра, а то там кушают все. А я хотел еще только ночь спросить. Ну, мы с вами встречаемся не последний раз в рамках этого самого. Так что еще. Но правда я бы уже хотел в следующий раз перейти от истории, так сказать, гражданской войны к более позднему периоду. И еще раз я вот хочу такой тезис, если угодно провокационный, а с моей целью абсолютно объективно сформулировать. История российского советского еврейства – это история советского еврейства. И главной еврейской партией, в кавычках, да, становится коммунистическая партия, которая называлась Российской коммунистической партией, потом Всероссийской, потом Всесоюзной, потом Коммунистической партией Советского Союза. И это была, так сказать, магистральная линия. И при всех тех ограничениях, которые подвергались советские евреи в плане, и как евреи, как интеллигенты, их не принимали там в компартии и прочее, прочее. По статистике, которую привел злобный Марк Тольц, израильский бывший советский демограф, наибольший процент членов коммунистической партии по отношению к численности, так сказать, населения был среди евреев. Но он же был разный в начале, в первые года большевистской партии. Уже я говорю про годы застоя, про пик застоя в условиях еврейской эмиграции, в условиях ограничения на прием и так далее и тому подобное. Самый высокий уровень образования, самое большое количество людей по отношению к населению с высшим образованием, со степенями научных работников, членов коммунистической партии было среди советских евреев в 70-е, 80-е годы 20-го столетия. Это просто статистика. Вот. До встречи.